Всем привет, меня зовут Виктор, а это очередной обзор по новому серверу. Сервер называется Адреналин. И сейчас будем же изучать, узнавать, выяснять, кто же нас здесь будет адреналинить. Карта, как мы видим, Чернорусь. Так, это доступно. Что у нас тут может быть? На О ничего нету, на П тоже ничего нету. П, хотя вроде там что в описании было написано, можно делать пати, еще там что-то можно делать. Так, меня интересует маркеры ставить. Нельзя. Кто-то тут стреляет. Так, что? У меня есть КАС-74У. А че он такой какой-то страшный? А, магазин есть под него. Так, давай тогда сразу зарядим. Очень интересно, что мне сразу дали автомат. Автомат дали. Типа вроде одели меня. Рюкзак на 63 слота. А, кстати, вот. А, это дали конструктор. То есть называется собери его сам. Собери его сам. Слушай, сразу дали жратвы. Я прям даже не знаю, что с таким количеством еды делать в самом начале. Что к такому количеству еды я просто не привык. Серьезно. Кроме шуток. Да, я не привык к такому количеству еды. Но раз нам так столько еды дали, соответственно, будем ее кушать. Кто-то там стреляет. Сервер ПВЕшный. Сервер ПВЕшный. Типа данжи какие-то здесь скалистые и Алькатрас. Ну, сейчас будем проверять, кто у нас по городам. Кто у нас бродит по городам. Что у нас бродит по городам. Что по луту. У меня вот такое чувство, что рюкзак одет как-то криво, если честно. Вот серьезно. Вот. И как-то вот это вот прям... Какой-то, знаешь, дискомфорт доставляет, что вот... Кривовато рюкзак как-то одет. То ли он на одной лямке у меня, что ли? Или это однолямочный рюкзак? А, подожди, это походу однолямочный рюкзак, да? Я второй лямки, потому что не вижу. Либо это что-то прям жестко так забаговано. Либо это реально однолямочный рюкзак. В общем, еду все сразу съедаем. Приятного аппетита персонажу. Тогда... А, это вот как он. Вот такой вот. Все, я теперь понял. Вопросов не имею туда, что он так это... Ой-ой-ой, стоп. Мы уже типа того. Мы уже типа того, понимаете? Еще не... ничего, а уже типа того. Так, нож. Ну все, погнали. Так, это я где? Где я нахожусь? Не хочу я гадать, я нахожусь в Черногорске. Ну, кто бы мог сомневаться. Кто бы мог сомневаться. Черногорск. Тут уже все облутано. Так, что у нас по трейдерам? Есть трейдер Надежда. База охотников. Лесник. Ну, то, что там метка база, это база наша. Маркер там стоит, это я не знаю, что за маркер стоит. Вот эту я скрою, чтобы она нас не смущала. В общем, есть три трейдера, я так понимаю. Лесник, Надежда и Охотник. Ну, ближе всего к нам трейдер Надежда. 4 километра. А, стамина заканчивается. И, кстати, стамина... Блин, там же вроде было написано, что повышенная стамина. Я тогда что-то не понял, а что в ней повышенного, если она у меня уже просела. Так, база охотников. Ну, я так понимаю, скорее всего, там все, что связано... Все, что связано с этими. Так, а чат тут есть? Что-то есть, а только какой? А, непонятно какой, да? Кто там стреляет, блядь? Я, блин, точно на ПВЕ сервер залетел? ПВЕ, да. Так, а чё у нас, кстати, тут военка? ПВЕ... А. А, трейдер Надежда.
расположен так, что это в Кумырне, что ли? А, нет, это. А, это в лагере Надежда, значит, понял. Тут Павлова. А, ну, если только вот сюда, вот, на вот эту военочку сбегаем. Посмотрим, что есть на военке. Кого он там вообще мог стрелять, блядь? Здесь что, зомби, что ли, столько? Ну, если вот так вот. По-серьезки. То есть я не думаю, что здесь должно быть дохера зомби. Конечно, найти что-нибудь тяжелое бы не помешало мне. Телогрейка, спички. Спички — это хорошо. Так, а спички, телогрейка на 30. Ну тут как бы у нас все побольше, чем 30 слотов. Поэтому брать не будем. Непонятно, конечно. Так, давай я с кулаком с тобой. Ну, как бы я не знаю, вроде из кулака положил его. Глянем, что тут. Блин, вот стамина заканчивается, и это... Чё, АК-12? Ну, давай возьмем. Так, ты же АК-12 у нас... 5,56 должен стрелять вроде. Еще 45-ки. Лут есть. Что, штурмики? А у меня джунгли. Так, тогда штурмики вот так. Ну и все. Так, это КАС-74, о, это под вот эту, да? А на это он не пойдет. Ну-ка, может, пойдет он, кстати, на этот приклад, хер его знает. А, нет. Не пойдет. Блять, он съебал стрелять. В кого, интересно, он там ебашит-то? Слушай, вот я пробежал до этой военки. Одного зомбака встретил. Которого вручную завалил. Там чел херачит и херачит. Может, это бот какой-то вооруженный? Потому что на сервере тут онлайн небольшой. Такое прям, знаешь, течение обстоятельств, что... О, кстати, аж. Ну, это не работает, да? Компаса нет. Компаса нет. Сейчас мы доберемся до трейдера Надежда и... Посмотрим, что там есть. Нет. Лицо защищает, пусть. Блин, не смог. Не смог я перепрыгнуть.
Метла. Нам нафиг не нужна. Оп, оп. Блин, фигово, что в лагере расположили этот. Ты его, наверное, не полутаешь там теперь, да? Давай хоть до домиков добежим, посмотрим, что там по домикам. Ну, пусть стамина поэтывает. Блин, ну вот честно, не нравится мне, когда изначально тебе сразу дают пушку. Вот реально не нравится. Пушка изначально. Ну это чисто мое, как бы. Это чисто мое. А что, дали б сразу баррет, ёптать? Че вы мне эту дали? Какого-то странного цвета. Чего мне сразу баррет-то не выдать? Так, насколько... Кабан, ебать его. Насколько я читал описание, здесь это... есть в спавне тачки. В спавне есть тачки. Вот еще домик. Отвертка. Рабочий нет, нам не интересно. Ну, лутово прилично. Прилично всякого лута разнообразного. Тут что, настройки тут есть? Ничего вроде нету. Блин, вот еще одна отвертка. Давай. Буду с двумя отвертками носиться. Доски. Отлично. Есть доски. 7, 62, 39. Еще патрики. Так, вы все сюда стакаетесь у меня, да? То есть вы все упорно стакаетесь сюда. Что мне нужно сделать, чтобы вы туда перестали стакаться? Ключ. Давай вот тебя возьмем. Для того, чтобы просто, скажем, обороняться. О, блядь, кабанище, смотри. Ходит, как ни в чем себе не бывало. Так, давай проверим. Блядь. Что, он как-то не особо старается от меня убежать? Блять, я этим... А чё, какой у меня там 7, 5, 45 на 39? Блин, все-таки скрылся, да? Так, давай подумаем, куда. Он, скорее всего, сюда побежал. Попал. А, нет. Ах ты ж гад. Погони за кабаном. Не, нахер ты нужен. Туда сейчас бежать за тобой, блядь. Стамина заканчивается. Чё, ты пока догоняешь его, уже целиться нечем. Уже нечем целиться. Вот это такое. Так, а чё, кстати, это трейдер? Давай-ка я до больнички добегу. Там же он больничка. Смысл, я сейчас щемону сразу на трейдера. У меня с собой даже нечего продать. Давай посмотрим, что у нас тут по больничкам можно найти. Что тут по колхозам можно найти.
Ну, с зомбаками убегать от них бесполезно, потому что стамины нету. Вопрос только в том, могут ли они заражать меня, заразить или нет. Ну, что-то он... О, привет. Вот и да. Надо проверить, то есть могут ли зомби меня заразить? Могу ли заразить их я? Да? Человечностью. Заразить зомбака человечностью. Ну, зомбаки есть, это уже радует, что не пустыня. Теперь понятно, что там челик стрелял. Так непонятно зачем. Возможно, у него не было такого шикарного ключа трубного, как у меня. Поэтому он не знал, что им можно зомбаков дубасить. Да. А можно? Раз. А shift. Вот и все. Вот, смотри. Зомбаки со жратвой. Ну, от жратвы, от голода здесь не сдохнешь. Просто если ты здесь сдохнешь от голода, это, ну, это сдохнешь только потому, что ты не жрал то, что у тебя было. Вот и все. Другого варианта, почему здесь от голода сдохнет человек, я не вижу. Не, возможно, это мне так повезло, что это мне зомби с едой попадаются. А, это не больничка, это стройка. Я-то такой что-то подумал, что это больничка. Знаток карты Чернорусь. Да, деревни полутаем, домики. Хотя тут уже что-то все там пооткрыто, тут нет. Спортивные штаны, что мы можем это... О, смотри, еще кабачок, ё-просто. Слушай, ну... Да, лута дохерища. Лута дохерища. Там, наверное, любителям хардкорного выживания, как бы тут прям... Так, это 9.19. Давайте возьмем. Возьмем для того, что... Блин, стамина прям с махом. Махом стамина отнимается, минусит. Ну, что, это значит что? Что придется как минимум покупать машину. Да? Так, насчет, кстати, сухой еды. Если я сейчас буду сухой есть, у меня... Ну, смотри, вода не отнимается. То есть, типа, она меня не сушит. Нет такого, что там жуешь там сухую грушу, яблоко, у тебя вода минусит. То есть такого тут нет. Очки возьмем. В очках, да, все, я теперь... Ну, я теперь на похож на интеллигентного человека. Теперь матом не поругаешься. Карабин. А что, места нету, да, тебе? А ты как, сколько чего? Ну, так-то тебя можно сюда засунуть. Так что ты мне тут не рассказывай, что у тебя места нету. Будешь рассказывать сказки в скобушку. Где ты? Деткам где-нибудь. О, акум. Угу. Вода, вот. Чернорусь вообще на... Лампа строительная. Карта такая... Ой, Чернорусь, Черногорск. Карта для старта нормальная, вообще такая прям. Я просто хотел кабана вальнуть, посмотреть, сколько с него мясца будет. И что вообще с него будет. Но тут вроде нету прокачки навыка охотников. Ну, зомбаков, он 4 тела гуляет, он еще пятый бегает. Он еще есть. Мне вот просто интересно, есть база охотников и трейдер-лесник. В чем там отличие, блин?
по сути, они должны как бы выполнять одинаковый функционал. Что лесник, что база охотников. Что на базе охотников ты какую-то эту сдаешь, наверное, добычу там мясо, шкурки. А тогда у лесника что ты сдаешь? Ну, он дальше всего находится. Находится дальше всего, бежать к нему дольше всего. Интересно. Прям вопрос на засыпку. То, блин, у лесника там есть. И в чат-то не спросить, чем отличается лесник от охотников. Или может просто у охотников там база, там прибегаешь, отдыхаешь, там мясцо жаришь и все. И к леснику бегом, да? Ну, будет интересно, если это так на самом деле. Ты ж у меня, блин, вот это на них даже не написано. Ну, я, конечно, могу тебя попробовать разрядить, но я знаю, что ты стреляешь 5,45 на 39. Да, вот. Тут можно было, нет. Я бы ни за что не подумал, что такой здоровый рюкзак это 63 слота. Я думал, блин, ну, слотов 90. Плюс какие-то кармашки, дополнительные отсеки, ну. Сделано так. Интересно. Пока что я не это не понял, что у нас тут адреналин будет. Ну да ладно. А, впереди вон еще деревенька. Впереди еще деревенька. Так, дело. Ну, до вечера еще, в принципе, далеко. До вечера еще время есть. Банк. 5000 зачислено на ваш банковский счет. Будьте активны, чтобы получить больше. А это что, за полчаса игры, что ли, или что? Ну, я полчаса еще не играю. Сколько я играю? Ну, вот, запись там сейчас. 24 минуты у меня длится. И мне 5000 зачислили. Что, каждые 24 минуты? Сейчас посмотрим, сколько у меня на банковском счете тогда денег лежит. На банковском счете. Крафт это что-то есть тут, нет? Хотя в этом районе они падать не должны. Что у нас тут есть?
походная куртка тоже на 30. А, подожди, может она теплее просто? Какое у тебя утепление? Высокое, у тебя низкое. Ну тогда поменяем тебя. Заменим. А, ну блядь, это на 42. Тогда нет, тогда возвращаем все обратно. Она на 42 слота. Блин. Ну, давай я тебя просто возьму, типа. Типа я сейчас налутаю столько, такое большое количество всего, что ты у меня будешь в качестве этого. В качестве хомячка у меня будешь. Я туда в тебя буду складывать то, что не влезет в меня. Много для костра. Не буду я ее брать. А к рюкзаку, кстати, что у меня к рюкзаку крепится? Ну, стандартно, это и рация. Это и рация. Еще один ориентировочный компас. Нахер тут столько компасов? И ЦР-ка. Компасы и ЦР-ки. И дождевики. Могилевка. Вполне приличный автомобиль. Можно было бы ехать, если бы он не был поломанный. Толстовка. Где ты, пиздюк? О. Ой. Стоял там до последнего, блин. Что-то у меня с шифта не втащило ей. Йо, парасоте. Бабуля-то зверюга оказалась. Крепче стали. О, все, с тобой можно попрощаться. А вот тебя можно взять. Ты будешь у меня под номером 2. Так, а куда я тебя? Вот сюда. Куда-нибудь да уберется. Куда-нибудь да уберешь, найдешь, куда убрать, понятно? Твоя задача найти, куда убрать топор. Да-да, это именно твоя задача. О, рюкзак на 80. Живем. Бумажка. Ну или огонь разведем, или найдем применение бумажки. Вдруг сильно зомбака испугаемся, так и бумажки применения найдется. Маркер. Так, а чё, кстати, кто-то... А! Это ж это я на военку маркер туда ставил. Так, охотник, надежда. Быстро что-то забываю.
Куда я что по маркер ставил, забыл. Да, надо будет проверить, насколько здесь темные ночи. О, кепку ж могу одеть. Я еще никогда в кепке не бегал. Че, буду прям как настоящая кепка. Буду бегать в кепке. Чтоб ни у кого не было сомнений, что я кепка. Что еще налобный фонарик? Давай берем, блин. Вдруг ты миллионы стоишь. Вдруг ты вообще редкая редкость, которая стоит миллионы. И я просто на одном тебе сейчас там два фонарика продам и куплю себе здесь. Все самое топовое. Так, что беговыха? Еще альпинистский рюкзак. Ёлки-палки. Да у меня лута столько нету, сколько вы мне рюкзаков уже тут подсунули. Че я тут лутать должен? Я-то что должен? Просто все деревни тут вам, всю деревню облутать. Та-та-ра-па-пам. Да? Они прям мне говорят, бери и лутай. Так, ну, все стандартно. Два флага. Все понятно. Два флага. Значит, флаги цены не имеют. Ну, я имею в виду в том, что в том виду. Дешево стоят. Ценности. Ценности не имеют флаги. Цену-то они имеют, ценности не имеют. То есть тут не надо вгрызаться в горло монстром на Алькатрасе или на Скалистом, чтобы выбить какой-то подарок там или драться за аирдроп в ПВП зоне, да, чтобы лутануть флаг и себе на базу его закрепить. Просто заходишь в такой магазинчик, лутаешь себе флаг и ставишь его в третий рюкзак. О, Миха, как же без плюшевого мишки, как же без плюшевого мишки. Надеюсь, ты что-нибудь стоишь, такой розовый красивый плюшевый мишка. О, давай еще сюда забежим тогда. Сардинки. Блин, я вот здесь вот я вообще редко что-либо когда находил. А здесь, знаете, сардинки. Сардинки, сардинки, сардиночки. А что я буду делать с ними? Все верно. Я буду их кушать. А чё? А вот так тут свернуто же, как обычно все. Я их поем. Я их съем. Кстати, что-то кроме того кабана я больше животин-то и не слышу пока. Интересно. Интересно, кроме того кабана, больше животных не слышно. Что у нас, гвозди найдем в водокачке мы или нет? Ведь самое офигенное место, где можно спрятать гвозди, это водокачка. Ну нет, они тут спрятали розового мишку. Плюшевого розового мишку. Второго, между прочим. А, ну и белого в комплекте. Так, это на спортер патроны. Нахер. Блин, у меня уже три мехи. Три мехи, два фонарика и одна бумажка.
Ну, мне кажется, что это должно на трейдере Надежды это все должно продаться. Ну, вряд ли плюшевые медведи на базе охотников продавать надо и у лесника. То это будет, если честно, очень подозрительно, если к леснику надо бежать с плюшевыми медведями. В безопасной зоне банкинг. И чё, что за сообщение такое? Банкинг, кто-то банк ломает или чё? Батарейку, кстати, подогнали в бомбере. Так, ты кто?
Парковщик. Ты, похоже, с шматьем барыжишь, да? Точно, банкинг. Чего банкинг? Второе сообщение приходит. А, нету этой кнопочки. Показать, что есть. Давай искать. Что, бандану? Блин, и что я смог? То есть я могу продать одетая на себе вещь, да? А, ну вот это, кстати, херово. Вот это, кстати, это херово, что я могу продать одетую на себя вещь. Может, как-то, конечно, внимательнее надо просто быть, чтобы не продать что-то ценное из того, что тебе нужно. Я это не приветствую. Ну, сделай ты, чтобы не отражались эти вещи. Ну-ка, глянем, сколько у меня на депозите. Чего, блядь? Пол мульта. И 5 тысяч мне уже прилетело. Серьезно? Ну ладно, давай цены посмотрим. То есть я сразу могу купить себе автомобиль. Пиздец, блядь. Сарка. УАЗ 2170 какой-то черный. А что за тачки есть? Нива Тент есть, лям 400. Нива такая. Мерседес-Бенц. Бордовый. X5M. Ауди 15, 15 миллионов. Это все автомобили. Детали к авто, ключи, автомобили. Ну, автомобили, конечно, выбор небольшой. Приятно, конечно, что ты можешь сразу там крытый МС купить себе. Или вон, Оленьку можно взять. Купить себе. Смотри-ка, я таблетки нашел. Мультивитаминами. О, у меня еще деньги в руках. Давай. Ну, ребят, как это? Походную куртку я продать не смог. Поэтому я и оставлю тебя здесь. Даже не знаю. То есть уже на тачку. Так, может, я смогу охотничью куртку продать? И вот такую панамку. Так, ты кто? Отвертка. Отвертки однозначно продаем. Точильный камень. Точить, ну нож пригодится. Так, ориентировочный компас. А я возлагал такие надежды на ориентировочный компас, а он стоит всего 400 рублей. Понимаете? И все. Так, что это такое? Колун. Электроника. Блин, а вот сейчас попробую узнать, какой тут налобный фонарик продать. Какой не продать, да? А, они у меня разного цвета, кстати. Так, что еще у тебя могу я продать? Фонарик налобный. Скотч. Давай, это что? Зачем? Реально, зачем тут продавать? Слушай, это ПВЕ сервер. Зачем здесь пол мульта сразу? Для чего? Как бы у меня, прям честно, уже как-то нихера неинтересно. Что мне? Тачку купить? Купить тачку? Чем мне средний баллон с газом некуда положить, что ли? А, кстати, вот это... Да что ты все бабки-то с собой таскаешь, ёптыть. Задолбал, блин. Возле каждого стоит по банкомату. А чё вы в трусах стоите, мужики? А? Вы чё в труселях-то, ёптыть?
Вас обокрали, что ли, или что? Ну-ка, свитеры. Сейчас мы к оружейникам вернемся. О, это сталкер. Это кто? Книги какие-то у него. Сейчас мы вернемся к вам. Тачка полицейская. Что ты, маркет охраняешь или что? Что-то в тебе спавнится тут нет. Два багажника. Прикол. Вот это прикол. Тачка. А, ну тут тебя сразу заправить можно. Бензинчик есть там, да? Что, платный бензинчик, что ли? Или что тут? Ну, ты неактивная. У меня и канистра нет. Да я и машину не хочу покупать. Ну, с другой стороны, не хочется... Так, а я здесь, это же, да? Женщину видел. Так, ну-ка, что я могу тебе продать? Смотри, я могу ей продать Панаму. А, у нее, кстати, можно вот всякие там шлемы взять. А это что такое? Короче, я могу здесь на тот банк, который 6Б47. Это броня? Это шлем, это броня, да? Картинок нету. Вот я вижу, что это шлемы, а на вот это нету картинок. Вот и человек, который, скажем, не знаком с этим. Как он должен понимать? Подожди, а я ничего себе... Ты прикинь, чё? Я продал, блядь, что было на мне одето. Прикиньте, вот на мне была одета вот тут куртка с лутом, между прочим. С деньгами, блядь. С деньгами. То есть там были бабки реально. Там были реально деньги лежали, которые я там хоть чуть-чуть подуспел налутать. И это продалось. Это просто продалось сейчас. С лутом, блядь, продалось. Ну, ладно, ты продаешь эту верхнюю одежду. Но если там есть лут, какого... А, сука, ты зайчика ее вообще... Пипец, блин. Ну, как бы денег-то там немного было. То есть я даже не на это, не на то, что там деньги продались, еще там что-то, да, как бы. Ну, это хня. Честно, хня. Что там сейчас продалось? Сам факт того, что ты можешь продать вот так вот. Вот я сейчас реально запарился. И я продал просто то, что у меня там, блин, лежало. Вещь и лут, который в ней лежал. Он продался, и все. Вообще прикольно. Жратва. То есть ты можешь, в принципе, пожрать... Как? Чё? А, Иудина ухо. МР... Вот, смотри. Нету картинок. То есть сникерс, блядь, есть. Сникерс. Пятеру стоит сыр. Рыба-мясо. Тут можно это все продавать. Охренеть. Если бы я сейчас кабана бы там завалил, я бы за косарь бы его продать мог. Представляете? Ну, если бы я тут это... А, курица, козлятина, баранина, свинка, волчатина. Слушай, что волчатина 3 сотни стоит? То есть кабанятина, это потому что она такая редкая? Стоит 1000 или что? Говядина 400, олень, волчатина. Слушай, медвежатины нету. Здесь нету медведей или медведей покупают только... Вопросов, конечно, дохерища, серьезно. Вопросов дохерища. Или медведей можно купить только, продать только у, на базе охотников или у лесника. У лесника, мясника.
Я, кажись, понял, чё эти гаврики стоят без одежды. Я, кажись, понял. Слушай, а у меня же вообще было, по идее, три куртки. У меня было три куртки. Так, а кому я флаг могу продать? Флаг я, кстати, должен, наверное, строителю продать, мочь. Или даже у меня было четыре куртки, и как-то они так это... Махом все продалось. Так, инструменты. Флаг. Электроника. Налобный фонарь. А, нет, кстати. Большая палатка. Бочка для костра. Простая бочка 75. Серьезно? Такая для костра 25, а простая 75. 25. Что, средняя палатка автомобильная. А флаг-то кому продать? Кому продать флаг? Ключи от чего были написаны? А, ключи от наручников. Ладно, давайте доберемся до оружия и посмотрим это. И так, я что-то затянул тут. Ну, блядь, я огорчился реально, что у меня продалось. Так, ну это, скорее всего, под пульки, да, там? А, ну прикольно. Вот, кстати, вот эта вот штучка, что там, распределение. Прикольно там, да? Боеприпасы. Так, максимальный боеприпас я здесь вижу 338. Ну, довольно хороший калибр, убойная мощность, трассеры. Трассеры, коробки с патронами. А вот 338 ты не можешь купить коробку патронов. В принципе, патроны тоже... А, подожди, патроны, что у тебя тут? Ну, короче, тут магазины, вся эта шляпа здесь. Так, у тебя СР-очка. Ну, это однозначно продадим. Блять, слушай. У меня же... А, я же одну ЦР... У меня же уже одна ЦРка продалась. Все, там она ушла в гору, поэтому я... Вот, М1 карабин. М1 карабин. Так, М1 карабин. Однострелки. Ха, прикольно. Это ты сразу понимаешь, что эта херня стреляет одним выстрелом. Что это не автомат. Тебе ее придется перезаряжать. Давай продадим. Так, дробаши. Я не любитель дробовиков. Пистолеты, пулеметы, КАС. А, это вот стандартно. А это вот этот вот... Такой, я не знаю, он как будто, знаешь, тиной. Тиной такой, это... Оброс уже. Так, что еще есть? КАМ. А, ДДМ. Это 5... Про пушки мало что даже написано. РК. АН-94. Ну, по сути, по-моему, ты стреляешь как раз в 5,56. ФНФНЦ. Бельгийский автомат. Галя. У Галя хорошая пушка. Ее Ларочка М4. Ну, то есть можно спокойно себе сейчас купить Галю. Купить под нее обойму. Так, здесь. АВМ-ка. Это без глушителя. О, мне еще 5-3 зачислили. Че, 54 минуты сейчас уже это спишется. М такая тундра. ВВ Олд. Ха. Что такое? Это ВСС, что ли? Это ВСС-ка, походу. ВВС. ВСС. Ну, это вот. Вот, вот эту штуку обмотали. Вот, и дали. Вот ее просто вот. Оп, обмотали и назвали уже ВВС. ГВЕХ, ВСДХ. Это мы все знаем. Так, что, пистолеты. Беретта, Слушай, знаешь, что у меня сейчас вопрос возник? Снайперская... А, вот же, на 338-х стреляет. Хотите, я вам открою тайну, ребята? Секрет сейчас охуенный такой расскажу. Вот это вот L96A1 AVM, это тоже однострелка. И она должна находиться вот здесь. Потому что винтовка Мосина, ну то есть это снайперская винтовка. Карабин с магазином, нет, это не снайперская. Вот тундра, снайперка. То есть, в принципе, вот эти все винтовки, то есть, они, ну вот это вот прицел на нее не ставится. На это ставится прицел, то есть снайперка может быть, на эту ставится прицел. Даже, блядь, пионер можно снайперкой. А пионер, кстати, он не однострелка, он это очередью стреляет. И вот про это ничего не могу сказать, потому что я с нее даже не стрелял. Но
вот эта вот херня, которая находится здесь, L96A1, это однострелка тоже. И ты вот покупаешь вроде бы в надежде. И СВ-98, она тоже стреляет одиночными патронами. Про вот эту ничего не могу сказать, не пользовался. ВСС-ка, ну, из вот этого всего, что оптимально здесь можно взять, кстати, это вот ВСД-ху можно взять. Это можно взять ВСД-ху. ВСД, снайперская винтовка. А, так, ладно, что мы тут продали? У меня остался вопрос, кому пихнуть медведей? Не, ну я долго ржать буду, если медведи покупает лесник. То есть, если медведи покупает лесник. Акс, подожди, я же забыл совсем про тебя. Ёлки-палки. Что ты продаешь у нас? Так, Heart of Darkness. Чё, сердце во тьме, что ли, или как? Это по что? Heart. Сердце во тьме. Raven. Цена продажи. Ну, смотри, прикольная штука. То есть здесь можно как бы продавать книжки. Интересно. Вот это вот очень классно, очень интересно. То есть можно продавать книжечки, которые стоят хороших денежек. Средний шлем. О, ёпты, да неужели? Смотри, по пятаку. Плюшевых мишек берут по пятаку. Ёптыть. Средневековый шлем полтинник стоит. Слушай, я когда вижу, что вот такие вещи стоят таких денег, у меня возникает вопрос, а не квестовая ли это балалайка? Оружие с хорошим уроном. О, FN Scar 250 тысяч стоит, кстати. Tactical. ВССК. Выхлоп, сколько ты стоишь? 10 миллионов? Раз, два, три. 10 миллионов стоишь. Ну, блядь, ну по какой логике здесь сделана цена продажи? Я что-то ничего не понял. FN Scar, 250 тысяч, продаешь за полтинник. L96A1 Tactical, с глушаком пушка. Стоит 500 тысяч, продаешь за полтинник. Стоит ВССК, выхлоп, 10 миллионов. Продаешь за 50 тысяч. Не понимаю вот этот вот... вот этот ход мыслей. С обоймой то же самое. С обоймой то же самое. Ну что, ребят, я вам могу сказать. 100 вот таких книжек и выхлоп ваш. 100 вот таких книжек и выхлоп ваш. Или же создаем кучу аккаунтов, получаем здесь по пол мульта, снимаем бабки, передаем персонажу, короче. Сколько надо? 20 персонажей надо создать, короче, чтобы купить выхлоп, да? Выхлоп. Ну, это я шучу, не надо так делать. Так, ладно, давай пробежимся дальше. А, тут, скорее всего, уже закончился, да, лагерь? Или нет? Или тут что-то тоже можно... Например, хлорные таблетки найти, да? Не, ну я сейчас, конечно, куплю охотничья куртка. О, на 42 слота, отлично, нашел. Без лута, правда, ну ладно. Смотри, еще одна охотничья куртка. О, карта туристическая. Слушай, мы... О, 308. Ну все. Однозначно берем FN Scar сейчас. FN Scar. Потому что залутал патроны. Это знак. Это знак. 308 лутанул, значит берем FN Scar. Это что, штаны медика? Давай, сейчас мы вот тут все, прям вот это вот залутаем. И пойдем к барышне, которая шмотки покупает. Про фильтр, скорее всего, бэушный уже не берут. Берут только бэушные шмотки. Бэушные фильтры не берут. Ой, я перчатки, кстати, да, я про перчатки забыл. Маску хирургическую на лицо себе одену. Еще перчатки. Пойдем. Ну... Ни адреналина, ни морфина, ни хера нету. Нету. Так, здесь что есть? Здесь еще куча охотничьих курток и охотничьих штанов, которые даже уже не помещаются в меня. Вот
И что мне теперь сейчас? Снять охотничью куртку, чтобы я мог ее ну, как продать безболезненно, да, можно было. То есть ее нужно будет снять. Не, прикол-то в том, что нам... А, это патрульные штаны. Так, давай мы сейчас... перчатки, головные уборы, шлемы, маски. Ну-ка, подожди, перчатки. Кстати, хирургически по 250 стоит. И вторые... Ну, вторые я оставлю на руках пока. Я не буду себе покупать перчатки сейчас. Не стану. Шлемов у меня нету. Маски. Хирургическая маска. За сатен. Продадим. Одежа. Вот смотри. Охотничья куртка такая. И охотничья куртка такая. Вот давай охотничья куртка за 35 продадим. Все сразу продались, что ли? Так, вот это. Так, мне сейчас лабораторный халат, платье медсестры и охотничьи штаны. Так, перчатки, головные уборы, шлемы, маски, одежда. Так, а здесь, ну, я не могу тебя продать. Бронежилеты. Подожди, у нее что, каждый раз что-то новенькое, что ли, прогружается? Или я что-то не вижу? Джаггер Дезерт. Весмал Флопра и... Полмультоброники. Сейчас у меня резонный вопрос возник. А нахера? Так, ну-ка, подожди. А охотничьи штаны 24, а вы патрульные штаны 30. А, все, тогда понятно. А зачем? Химкостюмы, кстати. Химкостюмы 25 тысяч. А, вот рюкзаки, кстати, есть. Так, ремни. Тактический ремень, маскировочная шляпа. Ага, сейчас я еще ботинки продам свои. Так, охотничьи штаны давай продадим. Продать. У меня их что, несколько? Патрульные не будем трогать. Так, а халаты, халаты. Одежда. То есть, а халаты что, не продаются, что ли? Но если продается, вот хирургические перчатки продаются. Почему я не могу халаты продать? Платье медсестры, лабораторный халат. Почему я это продать не могу? Ну, ладно. Так. Вон там бочка стоит. Я туда сейчас это все скину, чтобы не на мусор. Ну, не мусорить здесь, не срать, не говнять. Так, давай иди сюда. Сгорай. Так, у меня есть фонарик налобный. Мне уже ничего не страшно. А, так, это... Ну, это сейчас мы тоже продадим. Флаги. Непонятно, кому флаги продавать. Так, строителю продадим топор. Строителю... А, вот туркарта, кстати, этому продается. Строителю топор продаем. Так, а, вот еще штаны медика. Штаны медика. Ага. Так, теперь я сейчас снимаю полностью весь банк. У меня там уже 510 тысяч должно быть, да. Снять. 510. Снять. А я хочу еще снять. А, не так. Все, да? По нулям показывает. Ладно. Вот. Вот. А что мы будем с этими деньгами делать, вы узнаете в следующей серии. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.